Хочешь испытать свою удачу? Тогда это для тебя. VF Card – это фортуна твоей удачи, где ты можешь поднять вплоть до 30 тысяч кредитов всего за одну игру. Все зависит только от твоего везения. Три различные игры, множество ценовых категорий. Сайт проверен многими, имеется лайф-лента плюс привязка к контакту. Если заинтересовался, то ссылка будет в описании. Всем привет, ребят, с вами Уник, и буквально только что при вас я пополнил счет своего Warface аккаунта на 300 рублей, в сумме это 600 кредитов, чтобы потратить их на данную акцию. Акция называется Paintball, давайте пока что подождем, пока придут мне кредитики. С акцией там чуть-чуть больше, чем 600 должно прийти, потому что сейчас какая-то акция идет, то есть больше на 15%, на 20% и тому подобное. Правила Paintball очень простые, как видите, я уже одну попытку использовал, и да, в этот раз мыло нас настолько наебало, что не дало даже и бесплатной попытки. Ну, как бы, тут выводы делайте сами. Я зашел, я думал, сейчас будет бесплатная попытка, а попытаю свою удачу, а хер там, пришлось закидывать 20 рублей, потому что на счету у меня 0 кредитов, вот. Ну, кредитики пришли быстренько, отлично. И можем испытывать удачу в надежде выбить дробовик SIX-12. Он у меня, конечно же, есть, и поэтому... мне он особо не нужен, но я вам хочу показать суть всей акции. Как вы видите, у нас выпадают одни дымы. Одни дымы, и кроме дымов ничего нету. Это дым непростой, он с флагами, но кому он интересен, когда этим уже никого не удивишь, он есть у каждого. И опять дымы. Хотя, по сути, в акции написано то, что тут могут выпасть и вип-ускорители, и оружие, и другие предметы. Хотя, какие другие предметы? Мне за все время этой акции не выпало ни одного випки, а не то, что не выпало, она даже не появилась. Ни какой-то пушки, ни дополнительных випок на опыт, на варбаксы, на поставщики, вообще ничего. О, вот мне первый раз дропнулся. Ох, какая щедрость, благодарю. Благодарю, да, дали мне попыточку все-таки выбить Сикс хотя бы на часик, поиграть с ним. Ну, он у меня есть навсегда, соответственно, если бы у меня его не было, да или у вас, допустим, нету Сикса, но закинув 600 кредитов, вам напихают хуевую тучу дымов в задницу и отправят нагибать паблики с помощью этого дыма. Я серьезно не понимаю, на что они рассчитывают, используя такую акцию, да, таких... людей, как я, возможно, много, но и большинство все-таки хочет просто поучаствовать в этой акции, не тратя громадных затрат. Неужели нельзя было сделать даже бесплатную попытку? Я помню, что в прошлый раз, когда вводили пинтбол впервые, то давали бесплатную попытку абсолютно всем, по-моему, раз в сутки, если мне не изменяет память, или раз в 12 часов. Но бесплатная попытка была. В этот же раз они ее либо просто забыли впихнуть бесплатную попытку, либо же просто посчитали это ненужным, потому что, ну, пусть холопы лучше уж бабок закинуть, нежели бесплатно что-то давать, они что-то вообще охерели. И так уже второй месяц подряд весь донат, который был в Warface, мы вернули его в кратчайшие сроки по два раза каждый, Юса, Скалика, Магмуак, распродажи каждые пару дней, так что еще и бесплатную попытку им давать. Оборзевшие. Именно так, мне кажется, то, что мыло думает, но других объяснений у меня нету. И вы видите то, что слил я уже, ну, довольно-таки много кредитов. И видите, если обновлять, короче, да, суть еще вот прикол в чем, да, я заметил. В описании акции написано то, что если вам не понравились призы, которые тут есть, то вы можете их обновить. Стоимость обновления стоит 40 кредитов. То есть вы просто пропускаете эту попытку, но при этом кредиты у вас забирают. В чем прикол, я не понимаю. Вы понимаете, вы хотите обновить призы, но при этом у вас забирает полную сумму данная акция. Неужели нельзя просто дойти до конца, уже получить этот дым на халяву и все равно это все обновится? Но нет же, они за эти 40 кредитов просто бесплатно вам обновляют их. Это очень глупо, сделали бы хотя бы за 20, что ли, или за 30, чуть-чуть скидончик, но нет, они за полную сумму просто пропускают эту попытку, грубо говоря. И в конце концов вам опять сунут дымы. Это очень глупая акция, серьезно, ребят, если вы надеялись, то, что, о, я сейчас закину соточку, тут выбью SIX-12, то можете и не мечтать. Возможно, если вы нереальный везунчик, один из миллиона, возможно, выбить SIX тут с первой попытки, с 20 рублей, возможно, но, опять же, шанс крайне маленький. Сейчас я зашел в игру, проверю, чекну, сколько у меня кредитов осталось. Боже, они даже коробки за варбаксы переместили вообще в ебеня какие-то, чтобы их меньше было... возможности достать, чтобы все крутили только за кредиты. Так, три оглушки, и на счету у меня 300 кредитов практически. Ну, я думаю, мне еще хватит на... сколько попыток-то? На 8. У меня проблемы с математикой. Оп, так, еще Сикс, ура, еще Сикс можно выбить на часик, поиграть с ним.
Так, дымы. Ну, короче, как всегда, ничего особенного мне не дропается. Поэтому, ребят, если серьезно вы хотите, то не тратьте кредиты на эту акцию. Не будет рекламы, но мне кажется, легче было на сайт Ласки закинуть бабки и просто, ну, тот же самый пинбол, только там с кредитами, а не с ебаным дымом. Вот, и выиграть кредитов, возможно, даже меньше, но это будет разумнее, чем сливать деньги тут на белый дым. Потому что это очень неразумно, эта акция просто наитупейшая. Мне лично она не нравится крайне. Возможно, кому-то из вас она понравилась, потому что он выбил с 20 кредитов, 20 рублей, да, 40 кредитов, сикс навсегда. Возможно, кому-то нравится, кто-то фапает на этот белый дым с гербами различных стран, с флагами, точнее, с гербами. Да, но это не я. Смотрите. Ух ты, нихера себе, да ладно. Ну-ка, сейчас попробуем. Сейчас все будет. Сейчас батя выбьет сикс навсегда. Ну-ка, пацаны, ребятки, расступитесь. Да, прошу прощения, но сикс я не выбил, пошел в совершенно противоположную сторону, и бабосики закончились, да, кредитов у меня не осталось, а сколько у меня там, наверное, кредитов, 10, да, примерно, 17, окей, в общем, ребят, акция серьезно бесполезная, знаете что, вот у меня 17 кредитов, и я могу их потратить с пользой. С пользой это купить ускоритель барбаксов на один день. Это будет в разы полезнее, выгоднее и лучше, чем потратить 600 кредитов, выбить хуеву тучу белых дымов, которые никому не нужны, которые можно купить обычный белый дым за 1000 барбаксов на неделю и радоваться жизни. Но, как говорится, тут уже выбор делайте сами. Кому-то, может быть, понравится покрутить чисто ради себя, ради азарта эти... Что это, пинбол? Шарики покатать, да, покатать шарики. Ну, а я лично вам не рекомендую. В общем, на этом огромное спасибо за просмотр. С вами был Уник. Всем желаю удачи, всем пока.